выступление театра «Суперстар» со сказки о рыбаке и рыбке. Давайте их поприветствуем. Thank you.
Рыбка! Рыбка! Рыбка на уме, когда спросилась, что тебе надо, подставишь? Поклонись, скажи, не хочу я быть
полетели, хотели быть владычицей морской, чтобы жить не в океане море, чтобы золотая рыбка мне служила и была бы у меня на посылках. Все мои желания бы исправляла. Дай шар! Олег не осмелился кричать. Ведь он снова потрёх слову. Вот идёт он в сумерку. Видит, там и чёрная буря. Так и слышит.